Значит, сегодня наша лекция будет посвящена, я планировал, что я прочитаю клетку, потому что, наверное, до клетки стоит рассказать о первом настоящем систематике, о Линнее, а потом уже переходить к клетке. Карл Линней — это удивительная фигура не просто в истории биологии, вообще в истории естествознания. Удивительная по самым разным причинам. Как всегда, с именем великого человека связано неограниченное количество мифов. Я уже частично упомянул один такой миф. Я сказал, что мы будем говорить о человеке, который создал систему природы. На самом деле Линней не создавал систему природы. Он в историю науки вошел совсем другим. Его заслуги перед наукой тоже совсем иные. Система, которая была создана Линнеем, на самом деле не выдерживала критики даже в то время. Вот я это хочу сразу же подчеркнуть. Уже тогда были более естественные системы животного и растительного мира. Но, повторяю, Линней создал некий принцип. Принципы, которыми мы руководствуемся до сих пор. Ну и так, как всегда, все началось задолго до Линнея. Попытки создания системы живых организмов, на самом деле сопровождают историю, что естествознание буквально с первых дней возникновения такой области знаний. Ну, я уже неоднократно говорил о системе, предложенной Аристотелем в отношении животных. Да? С этого все и началось. И эта система, кстати говоря, будет практически полностью сохранена Линнеем в своей книге «Система природы». Ну, а что касается растений, то, естественно, начиная с Теофаста и до линнеевского периода фактически все время создавались новые и новые и новые системы. Никто не мог предложить такой системы, которая бы вот так хватила все, как это было сделано Аристотелем в отношении животных. Поэтому там и возникали все новые и новые системы. И вот, пожалуй, самое главное, что одна из первых позиций, которые отстаивал Линней, как раз и заключается в том, что растения и животные едины. Он впервые создает не просто систему животных или систему растений. Сами эти системы, они, повторяю, уже в то время не выдерживали критики. Он создает другой принцип. Он объединяет животных и растений в единое царство природы. И в пределах природы, да, именно, да, как некой системы, выделяет два основных царства. Царство животных и царство растений. Вот эта двуцарственная система, пожалуй, главная заслуга Линнея. Мы о ней будем еще тоже говорить. Ну, а сами понятия род и вид, которыми Линней очень широко пользовался, на самом деле были известны задолго до него. Ну, пожалуй, напомню вам, что Аристотель уже пользовался такими понятиями, как роды и виды. Он говорил о больших родах, о малых родах. Малые роды он подразделял на виды. То есть некий принцип иерархичности системы был заложен даже у Аристотеля. Аристотель использовал, по сути дела, конечно, это нельзя назвать бинарной номенклатурой, но он использовал два признака, которые включал в определение. Да? Например, безногие живородящие.
четвероногие живородящие, четвероногие яйцекладущие. Это определение Аристотеля. И в этом отношении Аристотель очень точно использовал эти признаки и эти слова. Повторяю, он не создал бинарной номенклатуры, но принцип был заложен уже у него. Использование как минимум двух признаков для того, чтобы разносить разные формы. А ничего подобного ботаники, как я уже говорил, не смогли совершить. Но они стали использовать вот эти понятия род и вид. Джонаре, это 17 век, вводит понятие вида в свои работы. Горнефор, это конец 17-го, начало 18 века, использует род, понятие род сначала в ботанике, а потом и в зоологии. Адамсон, это уже практически конец, тоже конец 17-го, начало 18 века, использует понятие род и вид для создания, и более того, настоящую бинарную номенклатуру, то есть двойное название, для, правда, только для одной группы. Он занимался моллюсками, и только в отношении моллюсков он использовал вот эту двойную номенклатуру. То есть многие использовали понятия и рода, и вида, использовали двойные названия, но я еще раз хочу подчеркнуть, никто из них не превратил это в некую систему действий. Вот Линней был первым человеком, который это сделал. Ну а теперь давайте поговорим немножко о самом Линней, потому что, ей-богу, эта личность того заслуживает, потому что это, конечно, был великий харизматик. Это человек, который обладал фантастической работоспособностью. Столько, сколько сделал Линней собственными руками, ну, пожалуй, только Аристотель может с ним сравниться в этом плане. Это действительно человек, который, вот уж трудоголик в полном смысле этого слова. И кроме того, Линней еще везло на доброжелательных людей, которые во всем ему помогали. Причем помогали, начиная с самого детства. Ну, а детство у Линнея было, в общем, вполне благополучное. Он родился в 1707 году в небольшой деревеньке Росгульд, в семье деревенского пастора, местный священник, рукодел, большой любитель цветов, огородов. Хозяйство отца Линнея действительно славилось во всей округе. И отец приучил Линнея, буквально приучил с детства, как раз и он привил эту любовь к растениям, а кроме того, он научил его там работать с растениями. Линней же по призванию, по образованию, по всему был настоящим ботаником. Он не был зоологом. Я о зоологических изысканиях Линнея скажу немножко позднее, в самом конце лекции, но Линней был действительно ботаником, настоящим ботаником. И вот, повторяю, такое патриархальное деревенское детство. Цветы, сад, огород, любовь родителей, все было идеально. Первые неприятности начались в 1717 году, в возрасте 10 лет, когда Линнея отдали в школу, непосредственно в этой деревушке Росгульд, где начиналась детство и биография Линнея, школы не было. А вот в соседнем, сейчас бы мы это назвали поселком городского типа, хотя это просто крупная деревня, там была своя школа. Селение Вексия. Линней там отучился 7 лет, да, до 1724 года. И приговор преподавателей был абсолютно однозначен. Ни на что не способен.
Лины, который составил славу не только норвежской, не только шведской, не только всей европейской науки. Да? А вот все началось с того, что первый договор учителей был чемпионист по сути. Ну, отдайте его подмастерью кузнецу местные деньги. Вот это единственное, на что он, по мнению преподавателя, был способен. Его отчисляют из школы за полную неуспеваемость и, по сути дела, за нежелание учиться. Но вот я говорил о том, что на пути Линней довольно часто встречались люди, которые во многом определяли его судьбу. И которые в этом, в общем, не очень послушном мальчишке видели, увидели что-то такое, чего не видели местные педагоги. Вот к числу таких преподавателей, к числу таких людей относился врач, практиковавший лекции, доктор Ротман. Чем-то ему вот этот парень понравился. Вот трудно сказать, чем. Никаких письменных свидетельств не сохранилось. Но лекция убедил, доктор Ротман убедил родителей Линнея оставить его лекцию. Более того, он поселил мальчишку у себя и решил готовить его в медицинский карьер. Вот так Линней получает первое медицинское образование. Ну, а в общем, вместе с медицинским образованием он получает и вообще достаточно широкое образование. По-видимому, доктор Ротман был действительно образованным человеком. Потому что на самом деле это не просто обучение каким-то медицинским навыкам. Это подготовка к обучению в университете. Линней, так и не окончив школы, средней школы, не имея никакого формального образования, на самом деле оказался вполне подготовленным к тому, чтобы поступить в университет. И в 27-м году, после 3 лет пребывания у доктора Ротмана, Линней переезжает в город Лунд. Там был небольшой заштатный провинциальный университет. И вот в этом университете Линней проводит почти год. Но ему там не очень нравится. И он переезжает из Лунда в Упсалу. Вот с этим городом уже жизнь Линнея будет связана до самой смерти. Он будет уезжать, возвращаться в эту Упсалу. В конечном счете он там и умер. Но это, к счастью, произойдет пока еще очень не скоро. Итак, он попадает в Упсальский университет. Но тут начинаются неприятности, потому что к этому времени он практически остается без родителей и без серьезного материальной помощи. Необходимо начинать практику. Единственное, что он может использовать, да, это практику врача. Кроме того, еще одна очень важная вещь. Он проявляет, в общем, незаурядное педагогическое мастерство. Он начинает сначала проводить, термин мы это назвали, практические занятия, вот такие занятия со студентами в Упсальском университете. Ну и кончается это тем, что и опять вот на пути Линнея попадается такой очень человек, который никакого отношения к сознанию не имел, к медицине тоже. Это типичный такой схоласт-богослов Цельсиус. Но, по-видимому, он тоже был достаточно добрым человеком и тоже что-то такое увидел у Линнея. Он поддержал Линнея в этот очень тяжелый для него период, когда не хватало денег просто на хлеб, на самом-то деле. И вот это странная ситуация. С одной стороны, вроде бы и студент, он
хочет слушать лекции. А с другой стороны, молодой преподаватель, который тут же принимает участие в подготовке других студентов. Вот такое двойственное положение, оно тоже достаточно часто сопровождало вообще Линнея всю жизнь. Он все время кому-то чего-то учил, и в то же время он все время учился сам, до конца дней своего. Собственно говоря, появление такой некой самостоятельности в этот период приводит к тому, что Линней достаточно активно погружается действительно в исследовательскую работу, уже в полном смысле слова в исследовательскую работу, не только как преподаватель, но именно как исследователь. И тогда появляется первая статья, первая, она не была опубликована, но зато она сохранилась, и мы можем судить о том, что, как писал Линней, как он писал, что думал, это первая работа была посвящена не больше, не меньше, как холму растений. С этого, вот обратите внимание, это самая первая работа Линнея. Цветок, холму растений, и он действительно подробно разбирает эту проблему. И статья, это рукопись, повторяю, это не была опубликованная рукопись. Ее знало очень мало народу, в частности, в основном-то профессора самого Упсальского университета. Но она сразу же обратила внимание на себя. И в частности, очередной человек вот на жизненном пути Линнея появляется такой профессор Рудбек. Рудбек, который, наверное, оценил значение этой статьи. И более того, он передает часть своих курсов Линнею. Это, конечно, было не очень, ну, с точки зрения администрации Упсальского университета, это, наверное, было серьезным нарушением. Но Рудбек пошел на это. Более того, он добивается официального поручения для Линнея провести флористическое исследование в Лапландии. Это terra incognita для европейской ботаники. Линней получает самостоятельный заказ, соответствующий подкрепляемый финансовой поддержкой для проведения самостоятельной экспедиции и изучения флоры в Лапландии. В 1732 году выходит его первая печатная работа «Флора Атлантика», она так и называется. И надо сказать, что эта работа сразу же обратила на себя внимание, по-настоящему. Линней получает предложение принять участие в разных экспедициях, вообще на него стали обращать внимание. Но вот я сказал о том, что то, что Линней начал читать лекции в Упсальском университете, вызвало недовольство со стороны администрации университета. Дело в том, что у Линнея, если честно говорить, у него не было документов даже об окончании школы. А тогда же не было таких формальностей? Нет. Такие формальности были. Ему в 1734 году пришлось уйти из Упсальского университета, уйти со скандалом. Нет, естественно, в школу он уже не пошел, он уже перерос в возраст. Ну, 1734 год, значит, ему 24, ему на самом деле всего молодой человек, ему 24 года. 1707 года рождения. Ну, во всяком случае, с Упсальским университетом вот на время он расстается полностью, потому что там действительно разразился грандиозный скандал. И более того, ему пришлось уехать из Упсала. И он переезжает в небольшой городок Палму. Там он, в общем, тоже не афиширует, что у него нет диплома о высшем образовании.
И в местном университете, это, конечно, не Упсовский университет, это действительно, да, заштатный университет, он читает лекции, как ни странно, никакого отношения к естествознанию, то есть не естествознанию, а к ботанике, не имеющие. Он читает лекции, он зарекомендовал себя вполне знающим генерологом. Откуда он, как он познакомился с проблемами минералов, никто не знает. Потому что таких данных в биографии Линнея не сохранилось. Но тем не менее он читает лекции по минералогии, по пробирному делу, собственно, два больших курса, и мгновенно начинает привлекать к себе слушателей. Правда, вот это пребывание в Упсале, конечно, ему, честно говоря, самому очень не нравилось, потому что, ну, все-таки он ботаник, и минералы – это не его стезя, а уж пробирное дело тем более. Поэтому в 1735 году, после женитьбы, он уезжает в Голландию. Там несколько месяцев мыкается, пока не оседает в Лейдене. А вот здесь надо действительно было приобретать документы в образовании. И он защищает диссертацию. Когда это было нужно? Он защищает диссертацию, никакого отношения к ботанике, к тому, что на самом деле в дальнейшем его прославило, не имеющая, он защищает диссертацию как медик. Вот то, чему и учил его доктор Ротман. На самом деле ему много времени приходилось тратить на врачебную практику, потому что это был единственный надежный способ существования, поддержать свое нормальное и существование своей семьи. И он защищает диссертацию по медицине, посвященную, ну, свирепшей тогда в Европе перемежающейся лихорадке. Это действительно был период, когда перемежающаяся лихорадка появлялась в разных частях Европы, в том числе и в Голландии, тем более понятно, что в Голландии, которая была очень широко связана транспортными путями с самыми разными, и в том числе и очень отдаленными районами земного шара, понятно, что там проблемы эпидемиологии были, то, что называется, на первом месте у местных врачей. И вот Лемей, вполне себя зарекомендовал, местный совет, да, присваивает ему ученую степень. Это была, пожалуй, первое свидетельство о том, о квалификации Линнея, документальное свидетельство. И вот, повторяю, защита диссертации, переезд места на место, чтение лекций. А на самом деле, вот, за всем этим крылась постоянная и упорная работа как ботаника. И, наконец, в 1735 году, вот после переезда в Лейд, Линней публикует маленькую книжечку, всего один томик. Это потом будет многотомное издание. А поначалу это была небольшая книжка, которая получила название «Система природы», «Система натюра». С этой книжкой Линней прожил всю жизнь. Периодически, раз в несколько лет, возвращался к очередному изданию этой книги. И каждый раз она становилась все толще и толще. Сначала было два тома, потом три, потом четыре. И так продолжалось до конца жизни. Вот, пожалуй,
в истории научной литературы это первый бестселлер в строгом смысле этого слова. Таких тиражей не знала ни одна книга за всю историю литературы. Ну, по тем временам. Это фантастический успех. Но, повторяю, первое издание этой книги Линней опубликовал в 1735 году, в возрасте 28 лет. А успех среди не только среди ученых, а еще, вот, как вы в прошлый раз рассказывали, по салонам разошлась, как бы мода была на это? Да, нет. Вот в том-то все и дело, что это была не мода. Вот книги Жабло и Лидлмиллера, да, это была мода на микроскоп, да, микроскопирование. И все, что касалось этому, да, действительно расходилось по салонам. А книга-то Линнея – это научное издание. Там картинок не было. Нет, первое издание вот эти. Вот у меня эти первые издания. Не самое первое, к сожалению, это действительно библиографическое. Но это издание прижизненное. А где опубликованное? Ну, уже было очень много рисунков. Нет, это все потом, позднее. Вот в этих книгах, повторяю, да, на самом деле, может быть, я специально их принес, чтобы их не оставить. Видите, тут я довольно не понимаю. Это текст. Но научная эта общественность, в отличие от обитателей салона, это активное динамика. И вот с этого начинается, по сути дела, действительно звездный час Линнея. И опять, вот самое удивительное, что все время в пути Линнея попадаются люди, которые оценивали его работоспособность, его талант, его... очевидно, какое-то внутреннее обаяние. Вот, собственно говоря, издание этой книги во многом обусловлено активной деятельностью такого профессора Гронова. Он очень внимательно ее прочитал, внес небольшие какие-то редакторские исправления, чисто редакторские, и добивался того, чтобы эта книжка была издана в 1735 году. А в 1736 году, при содействии того же Гронова, он знакомится с профессором Бургиевым, который работал в Лейденском университете, и при содействии Бургиева Линней входит, ну, не в семью, конечно, но в дом, как вы понимаете, очень крупного начальника, директора Ост-Индской компании, которая торговала практически со всем светом, которая держала огромное количество кораблей, плававших в Индию, на Цейлон, Китай, в самые разные части мира. Директора этой самой Ост-Индской компании был еще удивительный ботанический сад. И Линней становится личным врачом, ну, скажем так, не личным, семейным врачом директора Ост-Индской компании, все-таки медицину он не забывает, а при этом он становится еще директором вот этого самого ботанического сада. И вот тут-то он развернулся. Потому что в этом это фантастический, это один из лучших садов того времени, ботанических садов по количеству растений, по представленности растительной флоры разных континентов. И Линней отнесся к этому как к серьезной научной работе. Понятно, что директор Ост-Индской компании, да, это было, ну, в лучшем случае, хобби. Линней подошел к этому как профессионал.
действительно, он приводит эту коллекцию в идеальный порядок. И все время продолжает работать над рукописью. Но теперь уже основное время он тратит на систему плевок. И вот в этот момент книга начинает быстро изменять свой объем. А книга-то действительно получает очень широкое распространение. Вот тут сыграла роль книга «Печаль». Практически в 1735 году вышло первое издание, а в 1736 году он, и в 1937 году он получает приглашение в крупнейшие университеты Европы. И опять в этом, собственно говоря, его работодатель никак не препятствует поездкам. Линей посещает Лондон, читает лекции в Оксфорде. В этот момент он издает не только в Лейдене, но и в целом ряде европейских стран свои труды, причем труды капитальные. Вот они-то как раз чаще всего с картинками. Это «Критика ботаника», первая крупная работа. «Дженера плантарум», вторая очень крупная работа. «Классис плантарум». Это действительно крупные сводки по ботанике. Ну и все хорошо. Оказалось, и карьера, и будущность Лине хорошо обеспечена. Но его тянет в родную жизнь. И, наконец, соответственно, в конце 37-го, начале 38-го года он возвращается в Швецию. Правда, по дороге он заглядывает еще в Париж и там читает лекции в Соборе. А в Швеции его никто не знал. Что? Он может теперь с диплом. Вот почти что, да? Его никто не знает на самом деле. Имя Лине, повторяю, придыханием произносят представители крупнейших университетов. Во всей Европе он числится одним из самых крупных биологов. А когда он приезжает в Швецию, то все возвращается на круги своих. Он никому не известный специалист. Там по каким-то растениям, которые никто никогда не видел. Денег за это не платят. И приходится снова вернуться к медицинской практике. Он поселяется на окраине Стокгольма и начинает лечить людей. И продолжает работать. Вот эта работа над книгой, она продолжается все время. Но к нему-то приезжают люди, к нему приезжают англичане, французы, немцы, спрашивают, а где у вас тут Лине? А в ответ получает вопрос, а это кто такой? В общем, все-таки вот эта слава Лине постепенно его догоняет и в Швеции. В 1739 году сын ассигнует ежегодное содержание для Лине. Ну, грубо говоря, пенсию. С обязательством чтения лекций по ботанике и все те же минералы. Вот то, что он в свое время считал самый первый курс, когда он читал на самом деле вот это продолжает
эта слава как-то осталась, сохранилась, и он должен читать два курса. Но при этом, на самом деле, места-то в никаком университете ему не представляется. Вот где хотите, там и читайте. Стокгольмским университетом они берут. А кто его приглашает читать? Что? А кто его приглашает читать? А нет, это не приглашение. Это просто в том указе, в королевском указе, что ему предоставляется денежное содержание с обязательством чтения двух курсов. А читайте где хотите, хоть на площади. Правда, через год он получает еще одно удивительное звание, а именно звание королевского ботаника, придворный королевский ботаник. Но тоже без места и без денег. Пока это только звание. И вот, наконец, он получает должность в Стокгольме. Но должность ботаники, не имеющая ни малейшего отношения. Это должность врача адмиралтейства. Опять врач. И, наконец, в 41-м году он все-таки уезжает из Стокгольма и переезжает в Уппсалу. А в Уппсале получается довольно забавная вещь. Незадолго до появления там Линнея, некто профессор Розен занял пост заведующего кафедрой ботаники. Собственно, Линней-то должен был претендовать на это, но, повторяю, Розен занял пост заведующего кафедрой ботаники. А Линнею досталась кафедра физиологии. И он блестяще начал читать лекции о кафедре физиологии. Но, правда, физиологом, конечно, был весьма и весьма средним. Но слава Линнея была такова, что просто есть статистические данные конкретные. Она настолько обогнала самого Линнея, эта слава, что к нему в Уппсалу стали приезжать люди. Как только стало известно, что он преподает в университете, появился поток сначала из самой Швеции, а потом главным образом из Европы. Слушатели усопленные. Вот статистические данные свидетельствуют, что традиционно Уппсальский университет небольшой университет, хотя и очень такой престижный. Там количество слушателей было 500-600. Через полтора года количество слушателей увеличилось до 1500. По-видимому, Линней действительно был блистательным лектором. Потому что на его лекции ходили люди, которые никакого отношения ни к биологии, ни к естествознанию, ни тем более к ботанике не имели. Но вот число постоянных слушателей, повторяю, увеличилось почти в 3 раза. И по тем временам это была уже действительно рекордная цифра. Но вот после того, как он начал читать лекции по физиологии, все-таки начальство что-то сообразило, и Линнею Розену было предложено поменяться кафедрой. Розен занял кафедру физиологии, а Линней, наконец, стал профессиональным ботаником. Вот в этот момент, да, это действительно профессиональный университетский ботаник, который блистательно читает лекции. Ну, а в это время наконец королевский двор Швеции сообразил, что слава Линнея гремит по всей Европе. А что ж, королевство в Швеции-то, как же так? Профессор в заштатном университетском городке?
Иллиным присуждают в 1757 году почетный титул дворянина. Пастырский сынок становится дворянином. Правда, понадобилось еще 5 лет для того, чтобы дворянский титул Линнея наконец был утвержден королем. А это потомственное дворянство? Да, потомственное дворянство. Ну, а Линней, собственно говоря, на этом кончается вся вот эта такая бурная молодость Линнея. Вот это портреты, к сожалению, ранних изображений Линнея не сохранились. Это вот Линней в период своего существования в Лейде. А вот это Линней дворянин. Уже задолго до смерти, на лекции которого, повторяю, собирались действительно тысячные толпы. Ну а что книга Линнея с системой природы? Значит, первое издание, как я сказал, вышло в 1735 году. Второе издание вышло через 5 лет, в 1740 году. А вот до смерти Линнея только прижизненных изданий было еще 12. Прижизненных. Я говорил, что книга каждый раз заметно перерабатывалась. Это не стереотипные издания. По старому матрицу. Да? Это принципиально новые работы. Принципиально новые работы. Появлялись новые данные, новые открытия. Сам Линней принимал активное участие в изучении не только растений, но и животных тоже. И, соответственно, повторяю, книга заметно, буквально на глазах, увеличивалась это издание к изданию. 12-е последнее прижизненное издание потребовало почти 20 лет подготовки. 1766-1768 годы последнее прижизненное издание книги. А вот 13-е издание, вот после смерти, с учетом всех правок, которые он успел внести до конца жизни, да, оно вышло только в 1788 году. Это последнее действительно издание Глины, которое вот, его книга с его правками, его заметками. Ну а дальше начинается уже 1788 года. Книга тоже многократно издается, но практически уже, вот, ну, по сути, дело как в Библии, да, вот сложился некий стандартный корпус текстов, которые нельзя, от которых нельзя решиться. Да? До этого книга менялась, и она превратилась в такую научную Библию. Значит, в 63-м году Линней получает титул почетного академика Франции, а в 74-м году его настиг удар. А последние годы, с этого момента он, собственно, перестает читать, хотя сохранил ясность сознания, но по-настоящему читать лекции он уже по-настоящему не мог. Ну и кончилось, Линней умер в 1778 году, прожив 71 год. Ну теперь давайте посмотрим, что же сделал Линней. Издание этой книги. Значит, здесь три варианта издания.
издание 67-го года. Это два тома только зоологии, тут ботаники нет. Издание более раннее, 760-го года, а вот это издание 70-го года. Тут как раз том, мне удалось достать том с ботаникой. Значит, что представляют эти книги? И в чем действительно реальная заслуга Лены? Я уже говорил о том, что Линней не создал систему. Главная его заслуга, пожалуй, как систематика, заключалась в том, что он все-таки наконец объединил растения и животные. Действительно, это два царства одного и того же, это царство природы. Вот. До Линнея все-таки растения и животные достаточно часто противопоставлялись друг другу. Линней свел это воедино. Ну и, пожалуй, на этом все и кончается. Ну, начнем с царства растений. Да, начали появляться переводы. Вот этот титульный лист Линнеевской системы природы, перейдет уже на немецкий язык. Мне что, плохо видно? Но... Итак, царство растений. Пока я постараюсь говорить о самой системе. Фактически, если вы присмотритесь, то не увидите ни одного современному таксономисту. Все дело в том, что Линней не создавал систему в нашем понимании этого слова. Линней создавал просто классификацию, классическую классификацию. Это не современная система, где исследователи пытаются проследить какие-то филогенетические линии. Линней, как бухгалтер, считал и на основе подсчетов выделял группу. Вот посмотрите, последняя строчка, да? Растение с одной тычинкой, с двумя тычинками, с тремя тычинками, с четырьмя тычинками, с восьмью тычинками. Признак, позволяющий классифицировать морфы, позволяющий, имеющий этот признак. Имеет ли этот признак какое-то отношение к естественной системе? Не имеет. И так практически во всем этом. Единственное, что растение, вот он выделил, растение, никогда не образующее цветов, то есть бесцветное, да? Да? И растение с цветами. Все. Два основных деления. А дальше. Я недаром все упоминал в самом начале работу о поле растений. Он действительно хорошо знал цветов. И вся его система построена как раз на морфологии цветов. Но это, повторяю, это классическая классификация, которая позволила четко разбросать отдельные группы, но говорить о какой-то филогенетической подоплеке этой классификации практически невозможно. И повторяю, это хорошо понимали уже некоторые современники Линнея. Они пользовались его системой, так называемой системой, но они вовсю критиковали. А уже в конце 18-го, начале 19 века линнеевская система начала полностью утрачивать свое значение, сама система, и появились новые системы, основанные на совершенно иных признаках. То же самое относится и к царству животных. Но с животными вообще все дело обстоит плохо. Ну и потому что на самом деле
Лене никогда по-настоящему животных не знал. Работал с ними, он изучал, смотрел отдельные группы животных, но на самом деле никогда не был зоологом и плохо знал зоологию. Он во многом использовал систему Аристотеля. Фактически Лене оказался, ну, той части, которая посвящена позвоночным животным, он просто использовал систему Аристотеля, он только китов все-таки ввел млекопитающих. Потому что Аристотель выделил китов как отдельную группу, а Аристотель не использовал сам признак питания зародыша. Он использовал только живорождение и незарождение. Безногие живородящие. Вот что такое киты. И отдельная группа рыб. Но, повторяю, если бы Аристотель использовал признак выкармливания молоком, то киты бы наверняка попали к группу млекопитающих. Вот Лене этого не использовал, Аристотель этого не использовал, поэтому киты отдельно. Вот теперь киты попали в настоящих млекопитающих. Все остальное практически полностью, той части, которая касается позвоночных, полностью соответствует Аристотелю. Ничего нового он туда не привез. Теперь беспозвоночные. Значит, понятно. Позвоночные – это животные с кровью, беспозвоночные – животные без крови. И вот здесь, конечно, оказывается, самая любопытная вещь. Не могу, чтобы не прочитать некоторые выпуски. Итак, вот второй том этого издания. Как раз он и посвящен беспозвоночным, толщина этого тома. А это первый том, позвоночный живот. Понятно, да? Так вот, беспозвоночные животные. Лене разделяет на следующие группы. Значит, класс инсекта. И вот здесь мы сталкиваемся с одной очень важной особенностью книги Лене. Он, в отличие от многих своих предшественников, формализовал описание растительных и животных форм. Появляются некие признаки. Мы сейчас называем это диагнозом. Вот Лене первый ввел формальные диагнозы описываемых видов. До этого не было. Когда Теофаст описывал свои растения, узнать что-либо было невозможно. Появились картинки, мы по рисункам можем определять, с чем имели дело виды, чем имели дело исследователи. Только по картинкам. Потому что по описанию судить очень трудно. А Лене, и вот это вторая главная заслуга Лене, он не просто ввел формальное описание конкретных видов, он заложил основы этих. На что обращать внимание? Он постарался достичь в этой книге как раз того, чтобы описания были сравнимы. Если я описываю конечности у одной формы, то я обязан упомянуть о строении конечности у другой. Он вводит настоящий диагноз. Ну вот первый раздел, глава пятая, в этой книге, класс пятый инсекта. Первая фраза.
анималькула полиподия, то есть животные с большим количеством ног. Дальше, следующая фраза. Корпус тела разделяется на голову, грудь и брюшко. Четкий диагноз. А у кого еще, если из межпозвоночных, тело разделяется на эти три отдела, на эти три этапа. Господа магистры, аспиранты. Все, четкий диагноз. Делится тело на голову, грудь и брюшко. Все понятно. Повторяю, вот эти формализованные описания очень краткие, лишенные каких-либо эмоций. Да? Вот они превратили классификацию Линнея действительно в систему. Этой системой стало можно пользоваться. Это же относится к растительным объектам. Там все, тут все ясно, без картинок. Ну, а вот дальше начинается проблема. Потому что на самом деле, если отвлечься от всего того, что написал Аристотель, да, от художественности описания Аристотеля, хотя, конечно, по тем временам это были очень четкие описания, но, конечно, Аристотель в этом отношении все-таки давал более точную оценку филогенетических отношений животных. А ну вот в отношении тех же самых насекомых, группы, на которые насекомые делятся, калиоптеры и химиптеры, жесткокрылые и клопы, это более-менее нормально. Большая группа аптера, бескрылые насекомые. Но ведь крылатых членистоногих на самом деле очень много, и туда попадает все. Это и пши, и блохи, и скалопендры, и юлюсы, многоножки, и паукообразные, которые тоже аптеры. Вот Аристотель их различал, хотя он тоже называл их, собственно, термин инсектов принадлежит Аристотелю, да, но он их различал, а Линней все объединил. Ну, самое интересное, это большая группа вермес. Следующая группа. Второй тип беспозвоночных животных. Кстати говоря, объединение практически большую часть беспозвоночных животных группы вермес было унаследовано потом, после Линнея, еще и Кювьер в 19 веке. Значит, он разделяет группу червей на три самостоятельные группы. Первая группа – это животные с кишечником. Сюда относятся люмбрикус, бездрочек, фасциола, есть кишечник. Линней это прекрасно знал. Сируда, миксины. Миксин он не воспринял как позвоночный живот. Большая группа моллюски. Ну, когда я говорил Аристотелю, я специально подчеркивал, что Аристотель тоже называл моллюсками практически всех, у кого мягкое тело, да? Но сюда относится масса интересных вещей. Сюда относятся актинии,
Сюда относятся лимаксы, безраковинные брюхоногие моллюски. Сюда относятся нерис. Сюда относятся медузы. Вот это все моллюски. Раковинные формы. Ну, морская уточка и мидия, да, галине – это одно и то же. Большая группа Вермис литофита. Вот. Это уже то, что имеет к нам непосредственное отношение. Литофита. Камни. Сюда относятся коралловые полипы. Самые разные. А что такое литофита? Растущая на камнях. Что? Растущая на камнях. Нет, здесь другое, другое корень. Живое растение камня. Не фил, это растение, ну, можно перевести это название с таким образом. Одервеневшие растения. Окаменевшие растения. Потому что фито – это растение. Литофито. Значит, это в основном коралловые полипы. А дальше следует другая, последняя группа плоских, самая вермис. Вермис зоофита. Вермис зоофита. Вот то, чего не было у Аристотеля. Аристотель близко подошел к анализу, к созданию группы, которая занимала бы промежуточное положение между растениями и животными. Зоофита, да? Животное растение. Вот что такое, да? По мнению Линнея. Это животные, которые представляют собой непосредственный переход от животных, от зоо, фито, к настоящим растениям. Ну и сюда попадает, естественно, практически почти все низшие беспозвоночные животные. Это различного рода восьмилучевые кораллы, мягкие кораллы. Сюда попадает большое количество самых разнообразных губок. Все-таки Аристотель, сам Линней относил губок к настоящим животным. А сюда попадает гидра. Самая обычная пресноводная гидра. Сюда, как ни странно, попадает теония, солитера. Тонкий червяк, такое лентовидное тело. И самое главное, что в группу зоофита попадают все простейшие. Еще термина протозоа нет, он появится много позднее. Вот дальше мы будем об этом говорить. Настоящего термина протозоа нет. Есть только анималькула инфузориум. Когда Линней начинал свою карьеру, еще был жив Лингук. А дальше Мюллер. Дальше Либел Мюллер. Дальше Жабло. И надо сказать, что огромный мир вот этих анималий,
действительно уже был хорошо известен. И Линнею их надо было куда-то включать. И вот, независимо от того, фотосинтезируют или не фотосинтезируют, понятно, тогда этот признак вообще как-то во внимание не принимался, еще никто и не знал, каких слов фотосинтез, аутотрофный, гетеротрофный организм. Но Линней безоговорочно отнес всех анимальчиков, независимо от цвета, от пигментов, которые они содержат, в состав животных. И создал для них вот эту фантастическую группу зоо- и животно-растений. Она относится к группе червей. Туда попадает вертицелла, туда попадает колонии вольвокса, туда попадает амелопротеус, туда попадает амеба из рода хаос. И Линней очень четко дает описание, опять же, да, диагнозы этих групп. Там действительно очень трудно спутать. В любом случае, в Глену и Вольвоксе очень легко по диагнозам отличить от тех же амеб из рода хаос. И Линней делает еще одну фантастическую вещь. Он заканчивает свою книгу удивительными словами. Вот приводятся диагнозы всех этих форм. А в конце книги, последний абзац, именно последний абзац текста, и еще множество живых молекул, познать которые предстоит потом. Линней ставит многоточие в конце своей книги. Ну, естественно, в первых изданиях такого развернутого описания беспозвоночных практически не было. Там, конечно, упор делался на ботанику, а вот здесь действительно появляется это фантастическое описание группы зоофита. Собственно говоря, в чем же заслуги Линней? Еще раз просто возвращаюсь к тому, что Линней сделал. Систему, ну, я говорил, что ботаническая система не выдерживала критики даже при жизни Линнея. Зоологическая система наполовину создана на Аристотеля, а на вторую половину на Мирных. То есть, как основатель системы, фактически из системы сохранилось только два царства. Вот это важно. Другое дело, что и сейчас от этих царств ничего не осталось. Но по тем временам это было колоссальное достижение. А дальше начинается самое главное. Род и вид, само понятие рода и вида. Да это все было известно до этого. Бинарная номенклатура. Это тоже было известно до этого. Вот все это многократно накапливалось в истории естествознания. И только Линней все это объединил. Он создал не систему, а он создал принцип построения системы, который мы пользуемся до сих пор. Вот в этом заслуга Линнея, ну, действительно уникальна. Он создает, во-первых, принцип иерархичности. Ну, Линней не знал, что такое тип. Понятие типа придумал Кювье. Но Линней пишет о классах, об отрядах, о родах и о видах. У него четыре таксона.
Он четко показывает, как они группируются, как они объединяются. Вот этот принцип иерархичности, соподчиненности таксонов разного ранга, придуманы для нас. И мы этим пользуемся лучше. Вот тут я хочу обратить на ваше внимание еще на одну вещь. А не нужно путать безранговую систематику и принципы иерархичности. Это совершенно разные вещи. А очень часто их путают. Да, действительно, по современным представлениям, скажем, если говорить о том же, о той же группе инсекта, тексопода, то если пользоваться ранговой систематикой, я говорю сейчас именно о рангах, а не в принципе иерархичности. Вот если пользоваться ранговой систематикой, начиная хотя бы с группы типа, да, там с надтипа, тип, подтип, там надкласс, класс, подкласс и так далее двигаться, то вот, используя все известные нам ранги со всеми промежуточными значениями, группа хексапода, в лучшем случае станет семейством. Потому что над ним огромное количество рангов более высокого уровня. Скажем, от силы над семейством. Но уже даже не отряд. Все дело в том, что современная система настолько усложнилась, что очень многие исследователи предлагают отказаться от самих рангов. Вот не определять, это класс, это отряд и так далее. Отказаться от звездочек на погонах. Но это вовсе не означает, что система стала не иерархичной. И повторяю, главная заслуга Линнея не в том, что он создал эти ранги. Главная заслуга Линнея заключается не в том, что он создал эти ранги, а главная заслуга Линнея заключалась в том, что он создал принцип иерархичности и активно его использовал и внедрил в систему. Да, есть ранги более высокого класса, есть ранги менее высокого класса, есть ранги совсем низкие. Вот этот принцип иерархичности каждый группа таксонов нижнего ранга, да, объединяется с таксоны более высокого ранга, вот, не называя их, да, мы тем не менее не отвергаем сам принцип иерархичности. Поэтому, когда вы слышите о том, что отвергается система, принципы системы Линнея в современной систематике, вот нет. Принципы не отвергаются. Но система как была иерархичной, так и осталась иерархичной. Бинарная номенклатура как была при Линнее, так и осталась. Название рангов, да, действительно, от них многие современные исследователи отказываются. Но действительно невозможно. Потому что количество ступеней в этой системе, в этой ранговой системе, оказалось намного больше, чем было придумано самим временем. Значит, и вот это, пожалуй, вторая очень главная заслуга. Третья заслуга Линнея тоже, по сути дела, заслуга, которая не подвластна времени. Это сам
принцип описания видов. Принцип описания видов. Для того, чтобы описание вида было валидным, необходимо, чтобы вы сумели сформулировать четкий диагноз. Для того, чтобы вы легко отличили эти виды от других, есть другой раздел описания. Диагноз, дифференциальный диагноз. Это разные вещи. Диагноз – это то, что принадлежит самому виду. А див-диагноз – это то, что отличает вид от других. Вот это было заложено Линне. Конечно, изменились методы, изменилось наше знание об объектах. Мы сейчас пользуемся другими признаками. Но сам принцип, да, диагноз и диагноз, без чего невозможно нормальное описание любого вида, это продолжает оставаться и по сей день. Поэтому еще раз подчеркиваю, что Линней в строгом смысле слова не является создателем систем. Он создавал, исходя из того уровня знаний, который мы возьмем, классификация. Он позволил первым разобраться вообще в том многообразии живых существ, которые у нас окружают. Сами системы Линнея, да, представляют себе, как мы теперь любим говорить, чисто исторические. Вот эти классификации им созданы. А вот принципы построения систем, они были и остаются. И в этом действительно колоссальная заслуга. Ну а в той части, которая касается нашей с вами темы, мы как раз к этому и подошли. Появилась группа животных, которая была открыта Левенгуком, которая на протяжении 17 и 18 веков очень бурно изучалась, которых Линней отнес к группе промежуточной между растениями и животными. Вот эти самые анимальные. Для того, чтобы двигаться дальше, должно было произойти еще одно очень серьезное событие. Должна была быть сформулирована конечная идея. Что без нее, понятно, да, это вот тот методический аппарат, из которого трактовать природу анималии было практически невозможно. Ну ладно, давайте на этом кончим сегодня. Я не хочу тогда начинать просто клетку, потому что я раньше кушал. А в следующий раз мы учим прямо с клетки. Александрович, а в наше время осталась группа помойка, вот, с которой мы до конца не разобрались? Вот как раньше было простейшее, куда сваливалось все, что непонятно. Потом там ей стали, такой группой стали, в общем, наверное, амебоидные. Сейчас да, же мы вроде и сырбоидные группы не разобрались. Там... Хорошо, ты протестовок. Сейчас тебя подели. Это вопрос к тебе, да? Конечно, есть группы, которые мы до сих пор не можем отнести ни к одной из крупных четырех людей. Перед зверями, вот этих шести, да, современно? Конечно. Более того, мы еще не все группы знаем, по большому счету. Не, ну это скорее к микробиологам, те, которые не знают. Эукариота.
этого периода. Мы знаем, что что-то существует, да? Но, нет, ну, конечно, таких групп уже осталось не так много, но, тем не менее, они... Да, посмотрите именно это, ребята. Видишь, что это...